у меня такая тема спонтанная появилась, но я поняла, что если она у меня появилась, то это значит созрела, как переход количества в качество. Вот. И тема называется «Ей бизнес как фрилайф». Вот сказала Людмила, она «гудлайф», а я вот вчера думала, как бы я вообще все это называла, чем я занимаюсь сейчас. Это «Свободная жизнь», «фрилайф», вот. И то есть это моя была такая мечта лет трех уже быть свободным от каких-то вот земных дел, но при этом иметь самообеспечение такое, которое тебе позволяет перемещаться по всему земному шару, то есть бизнес, умещающийся в ноутбук, и в то время, когда тебе удобно работать. Поэтому, то есть начала я вот это задумала год два назад, а активно начала заниматься год назад. Вот. Поэтому вот и перерыв много в интернете, в российском и в мировом. Сейчас я занимаюсь несколькими вещами, часть с которыми дают доход, а часть, которая будет в ближайшем будущем. И еще другие в перспективе. И это, я понимаю, что это очень удобная ниша, и я хочу поделиться перед камерой этими мыслями. Вот. Значит, как у нас Саша Воинов, я кузнец. Ну, или допустим так, да? И бизнес. Из-за фрилайф. И первый проект я месяца два назад докладывала, да, это инвестиционный проект. Когда мы только вкладываем деньги, ничего не делаем и получаем дивиденды. Второй бизнес, это, в котором почти все присутствующие уже участвуют, это Banners Broker. Это рекламная кампания от Yahoo в интернете. Когда мы вкладываем деньги, плюс мы вкладываем немножко своего ума, и в результате опять получаем деньги, плюс, да, плюс такой драйв. Вот. И третий, который тоже под руководством Наташи Пасечник включилась, это Zig Rewards. Это мы работаем менеджерами на скандинавском аукционе американском, размещая объявления на международных досках объявлений о том, что происходят аукционы по разным товарам, где товар можно купить от 1% его цены, от 1 до 10% цены. И как про распространителей этой информации мы за это тоже получаем деньги, во-первых. Во-вторых, мы распространяем информацию о вообще таких существующих возможностях. И в-третьих, мы можем сами участвовать на этих аукционах, покупать какие-то товары с большой скидкой. Допустим, как недавно был продан автомобиль, который стоил вообще 20 тысяч долларов, он был продан за 5. Вот. И вот в этот бизнес я в июне пошла, и мне тоже очень нравится. И я рассказала Людмиле, показала. Людмила сказала, что это очень перспективный бизнес. И получается, что тогда мы в результате вот всего этого, подводя такую итоговую черту, мы вообще выходим на такой, на мировой такой уровень, планета Земля, что ли, да, угол ОС. Да? И мы можем это делать в любом удобном месте,
где мы хотим или путешествовать, отдыхать, жить, или где наши дети могут быть, либо мы можем перемещаться, или где мы хотим там, поправить свое здоровье, или повстречаться с какими-то деловыми партнерами или друзьями. Вот. И вот такая вот свободная жизнь, когда мы, вкладывая свой интеллект и работая по передовым технологиям, интернет-технологиям мира, мы улучшаем свою жизнь, ну, до такого состояния, как мы хотим. Изучая интернет-бизнес с осени и до весны, вообще все, что в российском интернете творится, как бы я узнала, что вообще интернет-бизнес российский, он на 6 лет отстает от западного, поэтому именно вот в западном оно интереснее участвовать получается. Тогда мы выбиваемся из российского контингента интернет-предпринимателей, обгоняем, получается, остальное интернет-сообщество России, которое тоже роет деньги, ищет деньги в интернете. И то, что в российском интернете сейчас творится, здесь больше сейчас ищут клерков, просто, которые, если клерки в обычном понимании, они перекладывали бумажки какие-то, а там вот тоже сейчас в российском больше набирают людей, которые, ну, что-то такое вот размещают, не бумажки, только какие-то сообщения перемещают. А тут, и как бы они сильно не задумываются, а тут вот требуются именно люди с каким-то минимальным знанием английского языка. Потом это возможность совершенствовать английский язык еще, что тоже очень важно. Платежные системы здесь международные, платежные системы используются, независящие от российских банков, что тоже важно. Собственные пластиковые карты. Вот. Потом проводятся как бы вот в этих, во всех бизнесах регулярные какие-то конференции, сборища, тусовки в разных странах мира, где можно забронировать места, там жилье по льготным, каким-то своим льготным ценам, корпоративным этим. А те заработки, которые дают вот эти бизнесы, они позволяют путешествовать, то есть ездить вот на такие тусовки, еще больше повышать свой такой интеллектуальный и уровень предприимчивости, что ли, или как вот сказать, предпринимательскую компетенцию, что ли. То есть это тоже очень, это тоже предпринимательство в полной мере, а как бы в моем понимании, что такое предпринимательство. Человек что-то захотел, подумал и сделал. Это можно делать и, конечно, и в наземном бизнесе таком, а можно делать вот через эти средства коммуникации современные, где вот скайп, интернет, английский язык, вебинары, обучение, вот эти конференции, чаты профессиональные. И у меня сейчас очень много по миру, по России, по СНГ людей появилось, знакомых, живут. И еще такое интернет-сообщество, интернет-предприниматели, они как бы своим энтузиазмом зажигают на самом деле и придают, верят, что это все оно получится. Потому что когда я в самом начале входила и кому-то вот эту мысль я свою думала, и здесь в Новосибирске кому-то говорила, мне говорили все, типа фигня нет. Ну вот как бы я человек упорный, когда мне очень что-то хочется. И вот это вот роя вот эту нишу, и как бы на себе, на своей шкуре перепробовала много, а я еще перед Новым годом выполняла задание Людмилы. Людмила сказала, ввязывайся во все бизнесы, которые предлагает жизнь. И вот я и продвижением культуры занималась в интеграле, я занималась там на выборах, в выборной кампании, я там разные проекты тут по знакомым предлагали помочь пиарить, то есть и сети.
сетевую я развивала, и тайский один туристический подход, как бы вот были. Вот. И вот как-то вот оно не срасталось. Но я честно там отрабатывала на все свои способности и силы. Вот оно вот не срабатывалось. То есть разные... разные, как бы сказать, законы коммуникации, что ли, срабатывали, менталитеты разные. А здесь вот в результате этого всего сита всех этих бизнесов, вот, оно получилось, что как бы предприимчивость, порядочность, там, соглашение, выполнение соглашений, получается, что вот. То есть ты интернет-предприниматель? Да, я теперь себе записала. То есть это новая плеяда. Интернет-предприниматель. То есть да. Это фактически это как это даже это образ жизни, да? То есть, это как, да. Это да. Больше, чем это не профессия, это просто как это образ жизни. Это образ мыслей, образ жизни, когда нет границ, не только территориальных, но каких-то вот ментальных. Что-то задумала, оно то и сделала. Нет границ какого-то дресс-кода, временных рамок, в 9 прийти, во столько уйти. Вот. То есть нет начальников, ты сам себе начальник. Очень важный момент здесь, что ты приобретаешь навыки самоорганизации. Потому что если ты себя не организовал... Ничего не получится. И вот не сделал вот то, что надо сделать, то тебе вот эта денежка не упадет. Или, так сказать, копеечка, нет, не копеечка, а вот валюта. Вот, и, допустим, сегодня я, обычно я с утра размещаю на Zitreworks объявление, а сегодня как-то вот я забыла. А ты можешь расписать Zitreworks? Ты так красиво его, ты берешь, нет, ты там рисовала схему, берешь денежку, добавляешь ума, получаешь проценты. А вот здесь чего, как схема выглядит? Здесь... берешь объявление, вот это объявление, помещаешь по ссылке HTTP, да, какой-то там ссылки со своим, по своему логину. Вот у меня там логин Алетта, да, вот это объявление. По этому объявлению кто-то извне заходит, регистрируется на этом аукционе. Да. А вот этой Алетте падает за это денежка. За то, что она донесла информацию человеку о том, что ты можешь купить это за дешево. Половина, да, и компания берет себе половину прибыли, а другую половину она распределяет между вот этими менеджерами аукциона. То есть, ну, менеджер аукциона. Вот. А там, где ты размещаешь то есть ссылку ты распределяешь по своим базам? Нет, я не по своим. Там дано штук 30 объявлений. Ой, досок объявлений. Я зарегистрирована на некоторых. Мировые доски объявлений. И ты на этих мировых досках объявлений? Да. Ну, я, из 30 я зарегистрирована на двух. Но размещаю обычно я на одной. Но можно на всех размещать, тогда вероятно... Тут денежку будет. Вкладывать не надо? Нет. Тут вот нужно это просто... 5-7 минут времени. День. Там денежку нужно чисто символическую, типа $10. $10. Можно на $10 входить. И, можно на и тогда можно на 1000. Я вошла да, на $1000. А чем это отличается? То есть между тем, что, например, человек вошел бесплатно в аккаунт и мои. То есть как бы всем распределяется за вот эту работу одинаковая денежка, но мне пропорционально моим вложенным средствам. А, это больше. Еще в данном это больше. То есть кто-то вошел на 500, я на 1000, моя партнерша зашла на 2, и вот как бы все по-разному. Вот. А, твой вес, ну, это вес твоего вознаграждения. Ну, как бы вес как... твоего вознаграждения, да. В общем, общий куш. Ну, одновременно куча. Инвестор. Да. Ты можешь работать как сетевик просто. Размещая физически, но если ты еще инвестировала компанию какой-то денежкой, она тебе за это благодарность имеет. Ну как если, например, в любой бизнес скинули с деньгами. Моего ребенка можно тоже научить? Это можно, да. Тут тоже нужно, чтобы 18 лет, ну как бы тебя опять зарегистрировать, да. Потому что, да, вот моего ребенка мы тоже под другим именем. Чуял через какое-то время
папа будет просить деньги у детей. Надо учить. А, и у меня они, вот, дети, вот в этом, они, то есть вот дети, в этом дети, бизнесе деньги, у меня пять партнеров. Я вот специально не хожу вот так вот, чтобы это все отучать. Вот в этом бизнесе у меня два партнера. Вот, и вот мой сын хочет. Я могу сказать, да, что через Данила ты получишь агента влияния на всю школу. Ну это вообще, да, замечательно. Потому что он потом пойдет в школу, научит своих, присоединит к себе, но так как он будет присоединен к тебе, то таким образом ты да, получишь... Да, здесь двухуровневая программа, здесь двухуровневая, да. То есть чего-то вот я получаю с моего первого уровня, ну второго мне еще нет, вот как бы так. Да, и еще я тоже один в конце месяца узнала, но я буквально на двух конференциях присутствовала, поэтому я сейчас не могу рассказать. Global One, да? Да, вот это Global One. Global One мне понравилось. Сегодня будет это самое, я могу сбросить, презентация сегодня будет. Вот это Global One вообще по какому-то совершенно новому маркетингу идет, когда это не древовидная структура навсегда, а происходит ротация. Ну, это вот, как бы, как это вообще по-другому уже маркетинг идет. Ну, будто бы там оно еще это все круче будет. Вот. И это вообще задействована какая-то мировая сеть супермаркет, вот это Walmart, вот эти есть. Ну, то есть какие-то интересные. Тебе уже можно брать деньги за консультации про интернет-предпринимательство. Ну, вот, да, запишите. Так вот это сейчас ты фактически... Смотри, на самом деле, Денис, здесь смысл... например, доходов Ольги, так же, как и каждого участника, в том, чтобы просто про эту систему больше знали. Потому что каждый пришедший, он увеличивает общий доход бизнеса. Поэтому здесь, ну, даже не в том плане, что там зажаться и только для своих. Здесь вообще, в принципе, чем быстрее развивается эта структура, да, чем больше людей в нее входит, тем она более успешна. Потому что цены на тогда размещение рекламы снижаются. Не за счет рекламодателя. Ты сейчас говоришь про ЗИК? Нет, это не важно. Про все. Про принципе, все. Вообще про все. Все. Потому про что все. Реклама, если говорить про западный мир, я правда скажу, эти данные там 5-7 лет, там 10 может быть, тому назад, да, по исследованиям зарубежных вот этих рекламно-маркетинговых агентств, если в себестоимости конечного продукта, стоимость производство самого занимает более чем 10%, уже считается, что эта организация, кто он называется там, кандидат на банкротство. Еще раз, сколько? 10%. Если 10% это что? Ну вот производство самого товара или услуги. Больше там, 15 или, не дай бог, 18, да? То есть 20% это критическая точка. А 100% это что? А 100% это я вот купила платьишко в магазине. Uh-huh. Если в нем затраты производства непосредственного больше, чем 20%, то все, уже это не жилец на рынке. Да, Лича? Да, это западные, мы отстаем, но это примерно 10-летней там давности. Из них, то есть конечный потребитель получает в 10 раз дороже, чем производство. 40-60% это маркетинг и реклама. Почему сетевые компании пошли на рынок? Потому что они фактически взяли рекламно-маркетинговую часть, это больше половины стоимости товара, на себя. Почему это выгодно? И раньше это была просто первоначально потребительская сеть. Там несколько волн вот этих мультилевел маркетинга, да? А почему? Потому что если мы, например, 10 человек пользуемся, да, и даем гарантированный заказ производителю, то тогда мы рекламные маркетинговые расходы мы просто снижаем в два раза. Поэтому нам идет скидка на эти же товары этого же качества за счет этого. Если, соответственно, реклама у нас в интернете, она все больше и больше начинает иметь значение, вся реклама, если становится дешевле, и она находит своего потребителя непосредственно, да, то, соответственно, вот эти расходы на все снижаются, меньше закладывается, и всеобщее счастье наступает. То есть фактически мы сейчас вкладываем деньги в рекламный переворот. То есть если раньше у нас была конкуренция в сфере производства, то сейчас началась... конкуренция в сфере рекламы, маркетинга и всего прочего. В сфере потребления.
на самом деле, да? Ну, мне трудно сказать, почему в сфере потребления это надо подумать. Ну, чтобы, вот, например, этот чудесный розовый телефон у Людмилы, я знаю, да, он куплен на аукционе в Америке, правильно? Нет. Нет. А, это у моей племянницы вот такой же телефон розовый, да, значит, я спутала. Ей вот, они вот как-то через электронный этот аукцион купили и какой-то там доставкой доставили. Вот. Особенно я люблю размещать одно объявление, там два штуки айпада за $100, то я вот люблю его размещать. И я как рекламист такой до мозга костей вот здешний, я вижу вот перспективы, насколько перспектива эти раз. Потом у меня всплыло в памяти, что автомобилисты вообще иногда покупают, да, на аукционах автомобили, да? И есть, вот в Америке на аукционе покупают, потом морским путем до Питера везут, и народ сюда их гонит. И есть даже и в Новосибирске люди, которые на этом работают, принимают заказы от здешних. Ты сейчас про Зикар говоришь, да? Я вообще про аукцион, да, про да. Аукцион, ну вот в том числе и вот. Ну, вопрос, и вот это вот, вопрос вот организации площадок. Да. И если ты научишься, увидишь современные площадки, то никто не мешает организовать такие же площадки, хотя предвестники у нас появились. Биглион, другие сайты скидочные. Да, да, вот. Да. Но они Банатор вот сейчас. Да, да, да. Они устроены, ну, очень примитивно, в общем-то, эти сайты. Если сейчас вот на этих потренироваться, то они дают фиксированную скидку. Да. А здесь, получается, люди соревнуются. Вот люди приходят в Америке там с работы, да, на Западе. Они уставшие. Они, чтобы снять стресс, тут еще игровой момент. Они садятся в этот аукцион. И пья пиво, вот начинают вот это вот играть. За то, что они там как бы покупают вот эти биты, фишки, это тоже нам идет, тоже денежка. Хорошо. Вот, ну вот. Вот. Что мы тебе можем еще сейчас сказать? А что тебе, да, от нас нужно? Что, да, что мы тебе сейчас можем? Как мы можем тебя поддержать? Я поняла, что я хочу заявить такую как бы тему капитанскую в бизнес-клубе, например, новые тренды e-бизнеса. Вот. Интернет-предпринимательство. Интернет-предпринимательство, да, да, да. И еще, например, вот у меня сокурсник. Если ты сделаешь страничку, выложишь ее, да, оформишь ее на клубе, да, а пишешь там вот это, да, мы положим сюда это видео, то люди, которые захотят предприниматься интернет-предпринимательством, понимаешь, да, да, придут к тебе. Они получат от тебя консультацию, плюс, да, ты получишь для себя продвижение партнеров, понимаешь? Да, да, да. То есть вот прям вот совершенно как бы реальный способ. А, ну и как бы подтверждение, я общалась с моим сокурсником, он в Америке живет, он говорит, а вот это eBay у вас есть? Я говорю, да, уже есть. Эх, говорит, опоздал. То есть вот идет вот этот eBay, это вот эта вот покупка товаров дешево. То есть оно вот распространяется по миру и с такой скоростью молниеносной. Причем вот если вот этому проекту 7 лет инвестиционному, да, то есть вот этому 2 года, вот этому проекту 17 лет аукционному, но когда еще так не было развито все интернетное, он был в какой-то другой форме. А сейчас современный способ это вот. Денис, про автоматизацию. Современная, да, форма, она сразу дает другой блеск проекту. Да, это и точно. И вот это именно, оно сейчас на каких-то вот, там вот есть Alexa, счетчики посещаемости, вот оно где-то вот идет вот как бы выше с каждым месяцем, что ли. Вот такие вот дела. Ну что ж, говорят, спасибо. Прям очень мощный проект на самом деле. Востребованный, да, очень, да, сильно. Это женский бизнес, вообще это супер. И молодежный. Молодежный. Женский, да, молодежный. Ну и мужчинам, если отвлечься там от каких-то. Да, азартный. От, да. Бутылки. Да. Ну, это от гораздо больше. От каких-то забот, да. Вот не зря вот Женя так увлекся. Все. Спасибо.